Microphone muted. Английский божественно, знаешь. Подтянешь меня? The capital of the Great Britain. А, блин, видюху тут видел. О, а то мне следующую среду скажите, как раз лететь в Capital of the Great Britain. Ага. Как раз. У девушки на каком-то празднице спрашивают видюху. Как, короче, столицу. Назовите столицу. Что там, Англии? Она думала, такие глаза сделала, сказала Russia. Русия! Не, она сказала, Русия. Клуба, по результатам они постараются остаться в этой лиге. Ну и кто знает, может быть, даже поборются за путевку выше. Знаешь, впереди еще столько же игр. И будем надеяться, очков они подзаработают все-таки побольше. Отлично сыграно, надо решать. Модрич. Спасибо. Отобран мяч, надо возвращаться. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Модрич. Фигули. Да ты. Терри. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Санчес. Озил. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч за пределами поля, угловой. Вот это да. Да, умеем засрать, умеем. Я там что-то отбирал. Это их больше, чем наши, помню. Самое скопление игроков угловой подан. Хороший вынос мяча из штрафной. Терри. Санчес. Так, отскок в поле от перекладины. Слушаем, Терри. Модрич. Такими действиями игру не обострить. Может получиться интересная атака. Насосал. И судья указывает хорошенько, на точку. Да. И дал сосун в Ocean Go. Но карточку судья почему-то не показывает. Так что? Кто да, делал? Забыл. Давай, я, Клюнс. Не забьешь ли в клаб? Я не давлю ничего, нет, просто. Специально, специально пробац. Эх, придется остаться. Видишь, мотивация такая. Вы только себе представьте, ширина ворот 7 метров 32 сантиметра. Ну как не попасть? Двойным. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Модрич. Тут может что-то получиться. Там есть кому сделать передачу. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Из меня батут. Дрогба. Да, да, да. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою встал, атаку. Нет. Неплохо. Тут нырнул. Не, ну его удалять, конечно. И судья может показать карту. За симуляцию? Я? За симуляцию, верби. Конечно. Где желтая, эй? Леш, можешь меня дать. Подача в штрафную, там есть как... Какой сейв, вратарь творит чудеса! Поторопился. Ну! Рывком да в сука! Игры, тут все это... Мяч будет введен из аута.
уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Можешь переводить там битву один. Ой-ой-ой, а что не одно? Это... Заводили сейчас. Это может быть опасная атака. Не забывай, что... Защитник справился с задачей, мяч выбил. Ушел мяч, аут. Второго такого не будет. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Спас он своих, блестяще сыграл. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Санчес. Есть поддержка партнеров. Блядь, ну ёб... Тихо. Ну, блядь. Зиби, даже не знаю, что тебе сказать. Слушай, а... Чё? Перехват мяча, до этого, блядь, и в центре можно начинать атаку в обратную сторону. При чём тут, блядь, до этого? Не убегай, пожалуйста, так сразу. Вы там начинаете разговаривать, отвлекаетесь. Озил. Стоит отметить четкие действия игрока, вот это что за херня? Мяч своей команде. Подавай! И подает штрафную. Лучше. Отобран мяч, надо возвращаться. Не стал давать свисток. Ветер арбитру, да? Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Хорошо. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Без опоры. Посмотрим за этой атакой. И разрезающий пас на ход. Дрогба. Санчес. Нет, не дошел этот пас до адреса. Потому что микро у тебя жестко. Возьми. Модрич. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасно. Потерял он мяч, но кому он достанется? Фегули. Успел. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Фегули. Ты закинул там. Да я мог закинуть, но... 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Отлично сыграно, надо решать. Модрич. Уходит команда. Сори, много ошибок очень. Нормально, идем главное. Второй раз заканчивается тайм после моего навеса. Может начать с него? А нельзя так же быстро комбинировать, как в последней атаке? Можно, но не часто. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Хорош, слышу. Модрич. Еще один прекрасный пас в его исполнении. На пару решили разыграть эту комбинацию. Я сыр эту, сука. Дрогба. Хеванистика. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ай, почти. Ну, он, может, мы будем спокойнее, конечно. Я вообще рассчитывал, что ты с РБ отдашь. Санчес. Ну, она могла улететь, когда на фланке. Кастро. Вот на обострение просто нет особой игры. Мы катаем. Опаснейшая проникающая передача, но здорово разобрались с ней защитники. Отличный отбор, но мяч-то кому достать? Еще 3 раза нахуй. Решил бродить. Они проигрывают и будут подавать в главу.
И в центр штрафной мяч летит от углового. Опасно! Отскок в поле от перекладины. Немф один. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Классный пас, можно двигаться дальше. Полы нельзя было делать, он точно опасный. Итак, у нас аут. Вторая перекладина уже с углового. Санчес. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Какой прекрасный пример отбора мяча. Фигули. Блин. Надо было останавливать атаку. Кастро. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пошли последние полчаса игры. Модрич. Это может быть опасно. Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого углового. Так, на блин. В центр штрафной подан мяч с углового. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И подача туда, в сторону ворот. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Может получиться интересная атака. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Не дали этой передаче разрезать оборону соперника. Через меня было. Я ранее там нажимал. Есть поддержка партнера. Пересек мяч боковую линию. Кастро. Санчес. Отобрал мяч на чужой половине поля. Можно сразу начинать новую атаку. Удар по воротам. Нахер, блядь. Вратаря обыграл, но попал в перекладину. Ладно. Двойным бы зашло. Двойным зашло бы. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Первый зиг. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Увидел открывание впереди, делает передачу. Нужно забивать! Удар, сейф, неудачно отбивает он мяч. Ну, на самого кинуло куда. Модрич. До конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Отличный пас. Проходит эта передача. Может быть опасно. Спасает голкипер ворота, но момент для удара. Я видел сейф. Сейф, но атака продолжается. Это же... Выбит мяч из штрафной. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Озил. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Ну, да, тут либо бан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Атака остановлена, но кто получит мяч? В принципе, есть такой хороший очень режим, называется тренировка. Вот, мне кажется, он более подходит для такой игры в пас. Я счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Уверенно действовал в перехвате игрок так, и в итоге завладел мячом. Подожди, пас. Вратарь забирает мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Может быть, последний шанс в этом матче. Что там было, удар. Блядь.
Санчес. А вот и подходящий момент, чтобы отыграться. И как пробив. Санчес. Но финише. Если бы у него была такая фамилия. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Нет. Да, блядь, камера развернулась. Смотрел на Зиба и 360. Игра закончена. Хорош. Давайте следующего. В другой раз как-нибудь. Давай поиграем лучше просто. Юр, с кого там рвать еще, да? Опять перекур? Ходите. Все, лампочка зажглась, курить. Пересыпь.